Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Продолжаем изучать аппаратуру TX16S RadioMaster. И сегодня рассмотрим вопрос именно, что касается аккумулятора. Без аккумулятора, как говорится, и без воды, и ни туды, и ни сюды. Также и здесь. В комплекте аккумулятор не идет. Поэтому я приобрел аккумулятор и хочу с вами поделиться, как его заменить, как его установить. И самое главное, как его зарядить. Если кто-то это все уже сделал и разобрался, прошу написать в комментариях, потому что я что-то в интернете не нашел информацию. И начнем с того, что сработала сигнализация о низком заряде аккумулятора. Аккумулятор садится. Эта информация говорит о том, что низкий уровень аккумулятора, вот он показывается на экране. А настраивается это все в пункте меню, система, вот дальше идем радио сетап и пошли здесь настраивать. Вот это пределы заряда аккумулятора 6.0.8.4 максимальные, но мы спускаемся вниз и здесь внизу мы настраиваем battery low. Вот battery low 6,4 вольта. То есть при напряжении меньше 6,4 вольта срабатывает сигнализация и говорит о том, что заряд батареи маленький и пора выключать пульт. В комплекте аккумуляторы не шли. Применяются здесь два аккумулятора. Заказал их на AliExpress. Пришли они через транспортную компанию СДЭК. Был приятно удивлен, потому что коробка целая, ничего не помятая, как обычно, когда приходит через Почту России. В этом отношении, конечно, хорошо. Вот такая пластмассовая коробочка. И, в принципе, проблем никаких нету с данным аккумулятором. Ну все, вот я их устанавливаю. Сложно здесь нету ничего. Устанавливаю аккумуляторы в бокс, который шел вместе с пультом. Места, кстати, очень много. Здесь, конечно, еще третий не запихаешь, но и зачем его? Он рассчитан на 7,4 вольта питания. Поэтому закрывается плотно. Не болтается. Аккумулятор поменяли. Open TX приветствует вас. Проверь газ. Все, заряд есть не полный, но заряд есть. Ну, фалсейв ругается. Это заряд, смена аккумулятора произошла. Как видели, аппаратура обматерила меня, то что аккумулятор садится, я ее не выключаю. Поэтому я батарейки поменял. Теперь необходимо произвести зарядку. Зарядку я провожу обыкновенным зарядным устройством. Вот оно такое. Потому что в комплекте зарядного устройства никакого не было. Значит, 2 ампера. Можно, конечно, использовать и не 2 ампера, можно использовать и поменьше. Вот зарядное устройство, которое по 1 ампер. Можно 1 использовать, но 2 ампера быстрее заряжается, 1 ампер будет медленнее заряжаться, но дело даже не в этом. Можно использовать 1 амперное. Может быть, даже это будет и лучше. Пусть малыми токами заряжается, дольше аккумулятор проживет. Значит, в комплекте идет блока питания не было, но был кабель USB и с одной стороны Type-C. USB Type-C. Ну, это большой USB, а это малый USB. Так, значит, подключаем. Не забывайте, что у нас сверху есть. Это чисто для того, чтобы можно было подключить. Вот он. Вот видите, тоже Type-C. Это для подключения к компьютеру. А вот снизу это для подключения зарядного устройства. Значит, сначала берем зарядное устройство и включаем ее в сеть. Это, в принципе, желательно так делать, потому что в момент включения происходят переходные процессы в оборудовании, и оно может сгореть, или может быть что-нибудь еще случится. Поэтому не греется, проверил, нормально работает, не греется. И после этого мы подключаем к аппаратуре. Все. Подключили. Загорелся синий индикатор. Время 17 часов 36 минут. Посмотрим, через какое время он зарядится. Ну а пока отставим в сторону. Итак, зарядка продолжается или она закончилась. История умалчивает. Вон, видите, он что-то не мигает. Просто горит зеленым. А о чем это говорит, я не знаю. Сама батарейка, ну она
Ну, холодная. Во всяком случае, температура меньше, чем 36,6. По времени, ну, если помните, там что-то 17 с чем-то было. Сейчас время 20:40. То есть определить, сколько она будет заряжаться, не знаю. Здесь же еще, помимо того, что заряжается, еще есть балансировка по батарее. Ну, насколько это реально, ну, подожду еще. Надо же хоть уточнить или выяснить, когда он зарядится. Когда они зарядятся, эти батарейки. Посему будем продолжать ждать, потому что информации нигде не видел. До скольки надо заряжать и как будет индикация. Потухнет зеленый индикатор или не потухнет. Не знаю. Жду. Не хочет она никак реагировать или сигнализировать о том, что аккумулятор заряжен. Но в аппаратуре, как я почитал, есть в зарядном блоке, который здесь облачок, есть защита от перезаряда и превышения температуры. Ну, перезаряда возможно. А от превышения температуры это все бред сивой кобылы нафиг. Что, на батарее стоит какой-нибудь термодатчик? Нету здесь никакого термодатчика. Здесь просто подходят провода. Вот видите, как я вам говорил. Здесь проходят провода, да. Балансировка есть плюс-минус и балансировочный котел, который идет посередине. Непонятно. Но можно из расчета исходить из того, что аккумулятор у нас получается емкость произведена в Японии. 3200. Вот и считаем тогда. Зарядка, если 3200 одним ампером, то зарядка идет где-то, ну да, заряжается где-то примерно 3 часа. Вот если взять 17 и плюс 20, как раз 3 часа заряда. Чисто таким подсчетом, грубо говоря. Ну, аккумулятор холодный, но он не должен быть горячим. Потому что если он горячий, то, естественно, это уже не есть хорошо. Это аккумулятор уже дерьмовый. Ну, а так... Зарядились, я думаю. Так, еще надо посмотреть, при включенном заряде будет работать или не будет. Включаем. OpenTX приветствует вас. Ну все. Заряжен. Зарядка подключена, показывает. То есть, по идее, если мы работаем, подключаемся к симулятору, по идее, зарядка должна быть. То есть можно вгонять в симуляторе при подключении к сети. Это есть хорошо. Ну, по идее, как будто бы заряжен. А как определить, заряжен, не заряжен, история об этом умалчивает. Давай сейчас глянем еще здесь. Вот видите, зарядка есть. Ну все. С зарядкой аккумулятора и пультом разобрались. Поэтому сигнализации, я так понял, никакой нету. Ну, чисто расчетным путем можно понять. Если аккумулятор 3200, то хотя получается 3, 6, что, 6 часов заряжается. Ну, зарядился же, видите, полный заряд. Включаю. Аккумулятор заряжен. Так. Фривары. Так. И поехали вниз. Ну, видишь, 8.15. А должно быть 8.4. Ну, если 4.2 на аккумулятор. Ладно, будем разбираться. Если у кого-то есть какая-то информация по данному вопросу, можете написать в комментариях, и общим усилием мы уже, как говорится, придем к консенсусу. Как должно быть? Я продолжаю заряжать, время 23:44, уже больше 6 часов заряжаю аккумулятор. Напряжение на аккумуляторах 8.17, 8.20, 21, 22. Ну, прыгает, почему? Потому что зарядное устройство к пульту подключено. И видите, индикатор светится, никак не реагирует, тоже заряжено, не заряжено. Поэтому напряжение и немножко есть скачки напряжения. Но больше 3 часов я уже заряжаю его, и изменений практически никаких нет. Вот это напряжение, оно и стоит. Возможно, плата контроля заряда, которая находится в пульте, она может быть настроена именно на это напряжение. Возможно. И полный заряд, как положено, должно быть 4.2 на банку, то есть
8,4, он не показывает. Сейчас я отключаю зарядное устройство от пульта и проверяем уже без зарядного устройства, какое напряжение на аккумуляторах. Напряжение на аккумуляторах, как видите, 8,17, то есть не выдает. Так что на этом буду заканчивать. Кому полезную информацию, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Вам это ничего не стоит, ничего не обязаны. Всего доброго, до новых встреч!